Заслуженный тренер Украины, мастер спорта Советского Союза Сергей Дмитриевич Каданцев. До 50 лет занимался спортом, начал трудовую деятельность там, тренера со спортсменами. Это морское пятиборье, плавание, бег, стрельба, парус, гребля. Вроде все нормально. После полтинника начались проблемы. Облитерирующий атеросклероз на обеих ногах. Курил. Скажите всем, что курить не надо. Лет 5-6 уже не курю и жалею, что поздно бросил. Что, нельзя курить? Да, нельзя. Курить – это однозначно. Это не только удар по карману, в первую очередь по здоровью. Мы, к сожалению, начинаем заниматься своим здоровьем очень поздно. Я после полтинника, а надо было чуть ли не с рождения им заниматься, этим здоровьем. 3 года назад меня друг, он и сейчас тут присутствует, привел в этот салон, и я... Массажно-тепловых таких продуктов. Да. И практически на второй день я купил себе биомат. Значит, почему? Потому что я с первого раза почувствовал, что оно мне идет. У меня там высшее образование, я немножко там связан со спортом, анатомия, там физиология человека сдавал в свое время. Ну, сами убедились. Я сам убедился, что оно там лучше. Значит, это первое. Второе, там говорили, вот прионка в заболеваниях у меня была 3-й степени. В 2007 году определили, сделали там операцию своеобразную, что нельзя тепло. Я, имея практически полный набор, комплект приборов, которые используются электронагревательные. То есть у меня дома есть ковер, есть кровать, есть биомат, есть проекторы. Значит, и радует, что я ими пользуюсь. Единственное, что я сделал вывод, может быть, недостаточно. Надо увеличить нагрузки, надо больше уделять внимание себе. Это недорого стоит, не дороже, чем киловатт электроэнергии, которая обходится там. А это все наше здоровье, если сравнить с таблетками, которые я принимал раньше, что оно выливалось в грандиозный праздник на воде, я их относил постоянно, то сейчас я не отношу, не работаю на аптеке, на нашу фармацевтическую промышленность. Значит, единственное, что мне обходится, это киловатты. Я приобреть эту продукцию, я нахожусь дома, не трачу время на дорогу. Вы пользуетесь что? Результат? Итог? Результат, значит, у меня улучшилось кровообращение в ногах, я стал больше проходить расстояние. Значит, а по той ситуации? По ситуации, что мне говорили врачи, что нельзя греть, я грею, и я постоянно проверяю, сдаю онкомаркеры там, и все прочее. С 2007-го, это уже 8 лет прошло, значит, и постучать по дереву, значит, ничего нету, не повторяется, никаких не рецидивов, чему я очень рад. Потому что у меня отца не стало, тоже от онко, то так, знаете, мысли в голове всякие разные, что может оно наследственное или где-то что-то. Убедительно здоровый человек. Да, вот у меня сын, у него 2 высших образования, там невестка тоже с высшим образованием. Значит, они немножко скептически к этому относились, но после того, как простуженных внуков стали приводить к деду там, потому что некому с ними находиться, они сделали вывод, что эта продукция помогает, оказывается, она лечит, что они там приведут утром внука, да, приводят внука ко мне, да, и к вечеру забирают внука, говорят, так он уже здоровый, уже соплей нету, а он на ковре посидел, посмотрел мультики, порисовал с дедом так картинки, и все нормально. Поэтому я доволен, что я пришел в этот салон, нисколько не жалею, что я приобрел, и стараюсь сюда ходить по возможности. Осознанный человек, сами убедились лично, что такая методика. Да, и кроме того, вот у меня там гребля на ялах, такой вид спорта, который очень многие, если неправильно гребут, бывают проблемы с позвоночником. Поэтому я специально своих спортсменов после нагрузки стараюсь приводить к себе, типа салона, там они у меня полежали на кровати, значит, полежали
сажали на ковре для спортсменов. Своим потому что у некоторых... Тренер, мастер спорта, рекомендуйте спортсменам. Так. Да, у меня воспитанники есть, мастера спорта международного класса, есть один заслуженный мастер спорта. Гребля на ялах довольно тяжелая, у нас лодка весит тонну. Значит, ее надо тащить, весло прилично. Если неправильно делать грибок, нарушается техника, где-то проблемы с позвоночником. Потому что их не было, и часто бывает спина болит или что-то. Вот эти вот приборы помогают им избавиться от этих всяких... Спасибо.